Итак, сейчас мы с моим помощником начинаем раскатывать тесто в длинный пласт. Сверху мы мажем маслом полностью весь лист по всей площади. Сливочное масло комнатной температуры, мягкое. Далее мы берем буквально щепотку соли, распределяем ее по всей площади теста. Дальше следует сахар. Здесь все зависит от вашего вкуса. Мы используем немного, чтобы было не сладко. И используем тростниковый коричневый сахар. Корица. Ее можно добавлять тоже побольше, поменьше для вкуса. Мы добавили совсем немножко, потому что сын, ради которого все это делается, не очень ее любит. Далее мы сворачиваем это все в трубочку и после нарезаем относительно небольшие кусочки. Розочки можно хорошо склеить, можно их расправить, чтобы лепестки были красивее, и оставить буквально на 10-15 минут, чтобы тесто немножко разошлось. Сверху я даю еще немного сливочного масла и мажу желтком. Убираем бардак. В это время у нас уже греется духовка на 175-170 градусов. Отправляем в духовку до готовности, до румяной корочки. Вкусно? Да. Какую ты уже булочку кушаешь? Приятного аппетита!